контроля. Это веб-сервис, который позволяет создавать коммерческие предложения и другие документы для бизнеса более эффективно и быстро. Это недостающий кирпичик в наборе тех облачных приложений, которыми пользуется малый и средний бизнес. На сегодняшний день у нас более 12 тысяч компаний-подписчиков, из которых 400 платят ежемесячно. А кто ваши конкуренты? У нас есть один очень большой конкурент, который ориентируется на большие компании под названием Big Machines. Прибыль компании Big Machines составляет 35 миллионов долларов в год. Прибыль или оборот? Оборот. Кто может быть ваши технологические партнеры? Компания Parallels, которая вам, возможно, известна. А кроме Parallels? Кроме Parallels, Salesforce. Это основной рынок и самый интересный технологический. Какой процент ваших текущих клиентов пользуется Salesforce? Согласно исследованию, которое мы проводили, из 400 опрошенных, 70 голосовали за то, чтобы мы тесно интегрировались с Salesforce. Почему это раньше не делали? То есть что тут такого? Менеджеры по продаже были всегда, и нужно было всегда выписывать документы. Дело в том, что волна вот таких облачных CRM, она началась относительно недавно. Продукты для облачных коммерческих предложений, которые делаются без участия бумаги вообще, не было в этом нужды, потому что не было облачных CRM. А почему они сами этого не делают? Некоторые CRM имеют свой продукт для коммерческих предложений. Всегда лучше фокусироваться на чем-то одном и иметь хороший CRM-продукт, который позволяет легко интегрировать сторонние решения, вроде нашего. Таким сторонним решением и является Qtroll. Мы сделали вот решение для коммерческих предложений, ну, просто очень хорошее. По сравнению с... А сколько у вас будет оборот через 5 лет? Мы хотели бы иметь оборот 17 миллионов долларов в год через 3 года. Через 5 лет... Сколько в этом году будет оборот? В этом году оборот будет 420... тысяч. А в следующем? В следующем порядка 1,5 миллиона. А через следующем? Еще через год мы хотели бы сделать быстрый скачок до 17. Ну, мне кажется, что, в принципе, это относительно интересный проект, он на глобальный рынок, у него есть какой-то трекшн, надо разбираться в деталях. Само по себе понятно, что у проекта потенциально много конкурентов, и прямых, и косвенных. Но надо разбираться в деталях, уже люди какие-то его используют, покупают, поэтому он явно заслуживает серьезного внимания.